Всем привет на канале Лундачман. Сегодня мы с вами продолжаем разговаривать на окружающие нас повседневные темы. И первым пунктом у нас будет вот такой вот комментарий одной женщины, может, это не женщина была, не знаю, я не особо смотрел, под одним из последних видео, где я выкладывал свое мнение, свою точку зрения о партии АФД, сравнивая их с 30-ми годами прошлого столетия и показывая их сегодняшние действия, появились люди, которые начали говорить: «Как? Так ты, оказывается, не любишь АФД? Все, отписываюсь от тебя, ты противный». Ну, что-то в таком роде. Во-первых, я изначально говорил, что я к партии АФД никаких симпатий не испытываю. Я вам даю факты, я вам даю события в том виде, в котором они происходят. Я вам передаю информацию с немецкого языка на русский язык, то, как оно есть на самом деле. Ну и, конечно же, добавляю свои, скажем так, вопросы, сомнения по данной тематике. Вот и все. Я не читаю вам из газеты статью переводом на русский язык и не оставляю вам шанса на то, что вы думали, сами догадывались, как-то ухитрялись подумать, что именно за смысл был скрыт в этой статье. Я призываю вас самих подумать, раз, поразмыслить над тем, что я говорю, и, может быть, кто согласен с моей точки зрения, хорошо, кто не согласен, ну так сколько людей, столько и мнений, поэтому обижаться на то, что я, к примеру, не люблю партию АФД, то их любить-то не за что, во-первых. Это глупо в первую очередь и некультурно по отношению к тому человеку, с которым вы общаетесь. Потому что если бы все люди на Земле имели одно единственное мнение, представьте, что это была бы за серая биомасса, которой можно было бы легко управлять, к сожалению. Поэтому, к счастью, у каждого человека свое мнение. Поэтому мы и общаемся всегда друг с другом, высказывая свои точки зрения, свои мнения на происходящее. Общаемся, иногда спорим, дискутируем. Как говорится, в споре рождается истина. Интересно с человеком разговаривать, у которого взгляд на происходящее несколько отличается от твоего. Поэтому злиться на меня или кричать: «Все, я отписываюсь». Да ради бога, отписывайтесь. Мне от этого ни холодно, ни жарко. Отписываться за то, что я, к примеру, не люблю партию АФД. Почему-то от меня еще никто не отписался из тех людей, которые слышат, что я не люблю партию зеленых. Вот знаете, вот это меня радует. Радует то, что на нашем канале нет ни одного приверженца, скажем так, симпатизанта партии зеленых. Вот тут мы все с вами единодушны. Молодцы. Так вот, комментарии женщины, которая оставила мне его под одним видео, под одним из последних видео, и я хотел бы с вами этим комментарием поделиться. Она мне написала, что: «Уважаемый Old Dutchman, у вас вообще нет никакого понятия об этикете блогерства». Дальше она что-то еще написала, но вот этим первым предложением она ввела меня в ступор. И вы знаете, вот положа руку на сердце, я честно признаюсь, да, у меня нет никакого понятия об этикете блогерства. Во-первых, никто никогда в жизни еще не слышал такого выражения — этикет блогерства. Нигде никто до сегодняшнего дня, вот пока вот я прочитал этот комментарий и поделился с вами. Может быть, вы тоже этого не слышали, а если слышали, так объясните мне, что это такое. И в противовес этой женщине, которая вот так вот написала, что у меня нет никакого этикета, то есть нет никакого понятия об этикете блогерства, я хотел бы сказать следующее. А у вас, граждане, комментаторы и комментаторши, которые заходят ко мне на канал и с порога начинают меня обзывать расистом, обзывать кремлеботом, обзывать путинским троллем или еще кем-то, кричать, что вали в свою рашку. У вас хоть какое-то понятие об этикете поведения или этикете блогерства есть? У вас хоть какая-то культура поведения есть? Вас хоть чему-то научили в школе, в детстве, в детском саду, позже в жизни? То есть, приходя на канал, кого-то обзывая вот так вот огульными словами, походя,
кого-то, грубо говоря, обосрать и пойти дальше, это нормально считается. Сразу обижаются, сразу говорят, да какой же ты блогер, да какой же, фу, да у тебя никакого понятия нет об этикете. Ну, объясните мне, что такое этикет блогерства. Лично я не знаю. Вот действительно, этого я не знаю. Поэтому я жду, может быть, кто-то мне разъяснит. Идем далее. Один из подписчиков, я так думаю, все-таки подписчик, написал мне следующее. Тебя очень тяжело слушать, потому что все твои видеовыпуски растянуты до 20, а то и больше минут. Сделай так, чтобы твои видеовыпуски были максимум 10 минут. Тогда это будет хорошо. Ну, я не знаю, честно сказать. Многие там начали ему отвечать, что, мол, не нравится, иди где-нибудь в другом месте смотри, что-нибудь слушай, или еще что-то. Я одному товарищу уже посоветовал, ты поставь скорость на двойку, на тройку, вот тебе сократится время эфира. Это раз. Второе. Я не просто, как в самом начале видео сказал, зачитываю вам новости из газет. Я вам даю факты уже с переосмыслением происходящего. То есть не просто, как зачитал, вот там-то и там-то и там-то произошло то-то, то-то, то-то. Я вам говорю, что в результате того, что в этом помещении или в этом регионе, допустим, произошел акт насилия со стороны сирийских мигрантов, полиция применила к этим мигрантам физическую силу, арестовала и так далее, и так далее. И потом я вам говорю об этих мигрантах, откуда они, когда они приехали, что они делали, мотивы и так далее. Это же все-таки интереснее, чем просто сухой газетный стиль. Разве не так? Ну, ладненько, тогда давайте дальше. Я вам говорил о том, что Рикардо Ланг и вот этот Амит Нойрепур заявили на собрании своей зеленой партии о том, что партия зеленых уходит из правительства, они вообще покидают политику, потому что местное население недостойно партии зеленых, оно еще умом не доросло до тех планов и сумасшедших грандиозных проектов, которыми пышет партия зеленых, особенно Рикардо Ланг. Эта дама имеет вес не только политический, скажем так. Так вот, Рикардо Ланг после того своего громкого заявления ушла на политическую пенсию. Вы не ослышались? В 30 лет дама, которая никогда в жизни, нигде, ни единого дня не работала, после школы она поступила в институт. В институте она не доучилась вообще, не имеет диплома. Она поперла в партию зеленых. В партии зеленых бегала, квакала, кричала за климат, кричала за климакс и так далее и тому подобное. Тут она стала главой партии зеленых. 30 лет исполнилось, она... Я устала. Иду на пенсию. Все. Вы знаете, сколько она теперь будет получать на своей, скажем так, пенсии? Примерно 15 тысяч евро в месяц. Просто так. Просто так. За то, что 3 года трепала мозги населению страны, за то, что 3 года, как и Хабек, и Аналена Бербок, и тому подобные вот монстры политики немецкой издевались над народом, вот за это она и будет получать минимум 15 тысяч в месяц. Молодец, Рикардо. Вали. Просто вали. Забирай всю свою когорту вот этих вот зеленых, полосатых, красных, там, полусиних, каких угодно. Сару Вагенкнехт тоже цапай за собой. Валите все. Пусть в стране останется один, но диктатор, который запретит миграционную политику, который запретит всем вот этим нелегалам приезжать в страну, запретит беженцам сидеть на социале и не работать, и ездить каждые 3-4 месяца к себе на родину в отпуск. Какой нафиг отпуск, если там у вас идет война? Объясните, вот объясните. Просто политики уже с трибуны в Бундестаге говорят, мы не понимаем, или нас кто-то водит вокруг пальца за нас, или мы действительно настолько, блин, глупое правительство Германии, которое допускает то, чтобы беженцы, бежавшие из регионов, где идет война, каждые 3-4 месяца ездили туда, в эти регионы, на фликсбусах, в отпуск, на отдых, на месяцок отдохнуть. Многие политики говорят о том, что беженцы, которые находятся здесь, в основном
беженцы с Западной Украины. В западных регионах Украины не идет никаких боевых действий. Но однако они сдали свои квартиры беженцам с востока Украины и живут здесь, подав заявление как беженцы от войны, получают здесь свой бюргергельд и кассируют ежемесячно сумасшедшие суммы денег в долларах или в евро там, на Украине. Поэтому они ездят по 3-4 месяца, вернее через 3-4 месяца туда, к себе на родину, якобы в отпуск. Якобы в отпуск. Вы скажете, это неправда? Вот честно, опять положа руку на сердце, сегодня к нам на работу приехал один водитель на фуре забирать соль. Поваренная соль с разными специями, в дозочках таких красивых. Стоит дорого? Стоит дорого, да. Наши товарищи там паковали, все это укладывали на такие дисплеи, и все это отправляется дальше по магазинам. Но сначала отправляется на центральный склад. Водитель этот по-немецки через пень-колоду. Я вижу, что, скорее всего, он понимает русский. Я начал с ним разговаривать на русском. Оказалось, да, человек из Ивано-Франковска. Я ему говорю, подожди, у вас там вроде бы не идет никаких? Нет, нет, у нас там тихо, но мало ли. Я говорю, хорошо, а как там вообще-то живешь? Ну, вы знаете, все-таки хотелось бы домой. Но вижу по его лицу, что он из себя вот эти слова «хотелось бы домой» выдавливает через силу. Ну, давай, думаю, больше будем разговаривать с тобой немножечко так дальше, развивать тему. Я говорю, ты знаешь, вот многим водителям, которые приезжают сюда с Украины, я задаю один и тот же вопрос, провокационный, говорю, готовься. Как ты отнесешься к тому, что вот ваши граждане, приезжая сюда в качестве беженцев, бегают здесь по улицам с флагами в Германии и кричат, что вы воюете на Украине, чтобы русские не пришли сюда? Ну это же хоть бред. Я говорю, серьезно, бред? Я говорю, тогда объясни мне, почему вот так происходит? Почему, говорю, ваши, говорю, бегают здесь и кричат «Украина понад усе». Я говорю, ты знаешь, это нацистский лозунг «Германия превыше всего». Это, говорю, нацистский лозунг. Ну это ж дебилы, это ж бараны, которые не понимают, что они делают. Серьезно, говорю, хорошо. Тогда еще, говорю, такой вопрос. Вот, говорю, ты с Ивано-Франковска. Говорю, буквально неделю назад, говорю, здесь был человек, который уехал из Одессы в прошлом году со своей женой, потому что у нее зрение плохое. Тоже, говорю, беженец. И вот он рассказывал, как они живут в Чехии и так далее. Кстати, это видео вы можете у нас посмотреть на канале. Беженец из Чехии о беженцах, беженец, украинский беженец из Чехии об украинских беженцах в Германии. Можете это видео посмотреть. Оно не так давно и вышло у нас на канале. И я ему говорю, вот смотри, он сказал, что там в Чехии совершенно другие законы. 3 месяца получаешь социал, а потом все, как рыба об лед. Или идешь работать, или проваливаешь в другую страну. Государство тебя больше не содержит. Говорю, он сказал, что здесь у нас рай земной, потому что здесь любой беженец может жить от пуза годами. Он, ну да, это правда. Говорю, а ты здесь сам? Ну, я в Германии сам, а жена с детьми в Италии. Я не тянул, честно, я не тянул его за язык. Он говорит, я говорю, как, в смысле, а где там, в каком городе? А в Неаполе. Мы там как уехали, сразу дом купили. Ради бога, я честно, вот у кого какие доходы, каким путем он к этим доходам приходит, меня это не интересует. Я действительно человек независтливый. Пофиг. Я спрашиваю, да, в самом Неаполе или в пригороде? Ну, не, в пригороде, там буквально 5 минут ходьбы до города. А море далеко? 400 метров от дома. Видно, он говорит, слушай, зашибись, говорю, классно. И думаю, спрошу я тебя, говорю, а за сколько, если не секрет? Ну, за 300 тысяч евро. Говорю, наличкой? Ну а что, в кредит что ли? Я ему потом, после этого и говорю. Это полная правда, это то, что сказал мне человек. Провалиться, блин, мне сейчас на этом месте, если я обманываю. Я ему потом говорю, ты знаешь, вот смотри, вот ты говоришь о том, чтобы вернуться. Ты уже купили себе дом, значит, ты собираешься здесь жить. Ну, уже улыбается. Ну, вроде бы, как бы да. Говорю, видишь, говорю, значит, ты понимаешь, что вас 20 миллионов бежало с Украины, остались 20 миллионов там, из них 3 миллиона уже положили, осталось совсем ничего. Говорю, вы говорите о том, что вы когда-то вернетесь домой. Скажи, говорю, как вас там будут принимать? С распростертыми объятиями? Он говорит, нет, как предатели. Видишь, говорю, вас будут принимать как предателей. Я тебе, говорю, дам совет человека со стороны. Оставайтесь здесь, чтобы вас там не закидали камнями. Ну, мы, дети ходят в школу, жена пока сработает туго. Я работаю, а жена сработает туго, но она сидит дома, там язык учит, все.
Вот так вот мы с ним поговорили на вот такую тему. Довольно такая немножечко неприятная была и для него тема, для меня она была любопытная, но, конечно, сейчас прибегут под это видео многие люди, которые начнут говорить, что я обманываю, вру и так далее, и так далее. Это ваше право. Это ваше право высказываться. Но если вы не хотите, чтобы ваши комментарии ушли в спам, или я вас отправил в бан, потому что я сейчас занимаюсь этим сам, пишите корректно, пишите культурно, высказывайтесь более-менее адекватно, без мата, без нецензурной брани, потому что, увы, вот вчера одна дамочка написала мне под видео свастика на бронетехнике Украины. А, так ты тоже решил хайпануть на теме беженцев? Противный, фу на тебя! Вот, без всякого, сразу отправил ее в бан. Обычно перед тем, как отправить человека в бан, тогда я смотрю, кто это такой. Давно ли у этого человека канал или что? А тут я сразу, все, иди отсюда. Типа, иди противно отсюда, да, вот так вот. Некоторые, очень многих людей, которых я отправил в бан, у них каналом буквально год-полтора, а то и два. То есть это каналы были созданы во время вот этой вот войны украинско-русской на Ютубе для того, чтобы бегать, хейтить кого-то. Именно хейтить. Потому что каналы пустые, аватарки пустые, и люди бегают и пытаются кого-то там или унижать, или оскорблять, или еще что-то. По поводу, кстати, оскорблений. Под одним тоже из последних, не из последних, а из видео, которые у меня были, скажем так, вышли в августе, появился один человек, беженец из Украины, он живет здесь. Сейчас будет веселая, смешная тема, между прочим. Я там рассказывал про то, как украинцы специально заваливают здесь экзамены языковые, чтобы пойти опять на повторные курсы, чтобы не идти работать, типа не получать курсы по интеграции, а опять сидеть, просиживать пятой точкой кресла в школе, учить немецкий язык, чтобы потом опять завалить экзамен. Ну, также проще получать социал. И вот этот человек влез ко мне на канал и в унизительной форме попытался меня задеть тем, что для вас хорошо, что вы знаете немецкий язык. А вот я, к примеру, сдал язык только на А2. Я сейчас пойду дальше учиться, потому что я хочу знать язык, хоть он и очень тяжелый. А вот такие, как вы, просто типа плесень на планете Земля, что-то такое, короче. Он на меня пожалуется в YouTube, чтобы мой канал, он будет счастлив, если мой канал даже заблокируют. Думаю, кто ж ты такой умный-то? Залезаю к нему на канал, чисто случайно, блин. А он сидит в прямом эфире. Прямой эфир назвал «Ответ старому немцу». И думаю, ну ладно, гляну. Гляну, но ничего писать не буду. Смотрю, у него там зрителей ноль. Я зашел так, типа, буквально на минутку посмотреть, что же он там делает. Вот сидит, человек приехал сюда, он получил квартиру, все, он себе купил гигантский компьютер, он купил себе наушники, полную гарнитуру, сидит в этой гарнитуре, пялится в монитор, выставил на мониторе через экран, чтобы все видели его ответ мне вот под моим видео, и сидит, ждет, что я сейчас приду и начну с ним гавкаться, начну с ним сраться, как они любят это говорить. Я так посмотрел, думаю, ну, бара, и ушел. На следующий день я опять заглядываю к нему на канал, смотрю, а у него весь этот эфир длился 25 минут, и на этом эфире был один единственный зритель. Ну, это я вот когда зашел, на минуту и вышел. Не получилось у него хайпануть, не получилось у него вот так вот задеть меня. Что он хотел этим сказать? Что он хотел мне доказать? Он прибежал сюда, он тут же прокукал, как можно обманывать государство для того, чтобы не учиться, вернее, не идти работать, но получать социальные деньги. И поэтому он сидит и тупит на языковых курсах. Просто сидит и тупит. А такие, как Рикардо Ланг, Роберт Хавик, Анна-Лена Бербок и им подобные, кричат, что нужно больше принимать мигрантов, чтобы наша страна обновилась новой кровью. Да, пожалуйста, пусть они приезжают, но если они будут толерантны и лояльны к местным законам и традициям, к обычаям, если они будут уважать
конституцию страны, в которую они приехали, и не будут показывать свое говеное настроение, свою говеную натуру, заткнут куда-то подальше на долгие годы, чтобы она даже умерла там у них, эта натура, и никогда не появлялась. Пожалуйста, пусть живут, пусть работают. Тут в этой стране есть все возможности для того, чтобы человек с нуля поднялся вверх. Все возможности, было бы только желание. Я не спорю, да, вот многие говорят, что вот среди ваших там русских немцев там дофига, практически все сидят на социале. Да нифига не их сидят на социале. 90% всех русскоязычных немцев купили здесь или построили, или купили себе дома или квартиры. Своими руками многие строили дома. Все работают, причем все семьи работают. Не работают буквально единицы. В процентном отношении к украинским беженцам, о да, украинские беженцы — это рекордсмены, которые действительно превышают квоту тех, кто не работает в стране. Вот такие вот дела. Ладненько, ну как было, так и было. Что получилось, то и получилось, потому что по-другому я вот так вот рассказать об этой теме никак не могу. Поэтому не забывайте, да, я вот все-таки вернусь немножечко назад, наперед, вернее, назад к началу видео. Мой вопрос, этикет блогерства, то, что вот женщина мне написала, что у меня нет никакого понятия об этикете блогерства. Люди, подскажите мне, что это такое? Я этого не понимаю, я не знаю. Если этикет блогерства, то тогда должен быть этикет комментаторства. Если люди, приходящие к блогеру на канал, будут высказываться некорректно, значит, что же, писать им, да у тебя нет никакого понятия об этикете комментаторства, троллятина ты несчастная. Ну так получается. В общем, я жду ваших ответов. Пишите в комментарии, что это такое. И обсудим, конечно же, темы, которые были у нас сегодня в этом видеовыпуске. Не забудьте поделиться этим видео с друзьями, нажать на колокольчик, поставить лайк, свой комментарий. Да, кстати, о птичках. Самое последнее. Как говорится, тысячное китайское предупреждение. Многие говорят, все, дизлайк. Ставлю тебе дизлайк. Чем больше дизлайков собирает видеовыпуск, тем сильнее проталкивает YouTube этот видеовыпуск в массы. Поэтому имейте в виду все те, кто ставит дизлайки. Всем удачи, не болейте, пока.